Так, коллеги, доброе утро. Здравствуйте. Маргарита, Лев, здравствуйте. Денис, доброе утро. Так, ну что же, мы традиционно ждем первые парочку минут. Угу. Первые парочку минут ждем и стартуем. Алиса, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Так, сейчас потихонечку все у нас подключаются. Утро вторника. Лев, если вы говорите нам, то у вас нет звука. Алло, сейчас меня слышно? Да, слышу вас. Все, супер. Но, ну, возможно, еще не все проснулись. Возможно, кто-то подтянется в процессе. Да. Так, коллеги, значит, у нас сегодня такой формат. Мы вам сегодня представим очень много всего. Ведем формат совместно с импульс ЦРМ. Лев, Маргарита у нас представляет импульс ЦРМ, разработчики. Я знаю, что у вас многие здесь хотят внедрить crm в своей школе. Сегодня покажем, как вообще работает. Сегодня сможете задать все вопросы вот, и разобраться на практике. Сегодня у нас с вами большая будет работа. Так и много всего успеем. За предстоящий час, ну, это, наверное, час 15, успеем прям дофига всего. Друзья, 10.03, мы еще парочку минут, буквально парочку минут, как обычно, ждем. А для начала я приглашаю всех ответить на простой вопрос. Те, с кем мы давно работаем, знают мою тягу к тупым вопросам. Сейчас я, сейчас я выведу очередной свой вопрос, любимейший и любимейший. Вот такой. Вот такой. Напишите, пожалуйста, в чат, что такое бизнес? Как вам кажется? Как вы для себя это видите? Как вы для себя фиксируете, фокусируете? И мы с вами тут же прям продолжим с ним работать, приведем это все к возвращению ваших клиентов. я могу вам сказать из своего опыта из моего опыта, что э, вот этот вопрос простой, тупой, как валенок. ну вообще, отвечать даже кажется как-то немножко неловко, нелепо, что тут писать бизнес и бизнес вот. э, определяет 90% успеха потому что именно от него у нас стартуют все остальные выводы именно от него у нас вот, ну, максимально просто. Так, 10.05. Дарья у нас здесь. О, Мария Абрамова, Камчатка с нами. Не у всех раннее утро. Так, отлично. Значит, друзья, поехали. Поехали к нашей презентации. Значит, для меня бизнес это очень просто. Бизнес это дело, которое приносит прибыль. И вот Алиса, Денис, я с вами полностью согласен, что любой бизнес это мероприятие, которое создано с целью получения прибыли. Да, то, на чем я всегда фиксирую внимание, это очень простой, простые, вообще простые, как цифры. Вот есть цифры, это прибыль. Когда есть цифры, это бизнес. Когда цифры растут, это бизнес, это увеличение прибыли, это рост, развитие. Когда у нас растет, Дело не мира лучше, какие-то там абстрактные философские термины, разовьем свое направление в нашем городе, прокачаем всех нашим делом, ну и так далее. А цифры не растут, тогда это дело умирает. Вот, соответственно, у нас, когда мы говорим про повышение прибыли, есть простые принципы повышения прибыли. Ну вот, то, что мы можем сделать абсолютно в любом бизнесе, неважно, у нас там школа у нас, IT у нас. Вот у меня недавно компания производственная была по производству беспилотных автомобилей. Соответственно, одно и то же вообще везде. Мы можем сделать пять действий. Привлечь больше клиентов, продать на больший чек, продать чаще, продавать дольше или удерживать клиента много лет, эволюционируя вместе с его ценностью. То есть развиваясь, развивая свой продукт, развивая свое предложение. Здесь есть шестой пункт. Это урезать, урезать издержки и косты. Но как бы его обычно не рассматриваем, потому что как правило, в малом предпринимательстве и так урезано все, что можно урезать, и вообще там урезать уже обычно некуда. Вот. Давайте проанализируем. Проанализируем эту штуку. У нас получается здесь что? Что вот я по базе вижу, когда мы начинаем работать с какой-то школы или не школы, а с компанией. У нас получается, что единственный гарантированный результат рекламы это трата денег. Больше, кроме трата денег, гарантированно реклама нам ничего не даст. Современная реклама – это цифры, это таблички с показателями, цифры, аналитика, статистика, АБ-тесты, всякие вот такие штуки. Не самое привычное для творческого человека занятия Прибыль с начинающей группы, то есть когда мы провели новый набор, собрали новичков, вот прибыль именно с этих новичков минимальна. А вложение в этих новичков максимальны. То есть новичок, который пришел к нам, с одной стороны дорого стоит, с другой стороны он требует максимальных затрат времени и денег, при этом он может пропасть первый же месяц и даже ну, ничего нам не вернуть. Он пришел там на пробное занятия, мы там заявки, лиды туда-сюда, давай, вот, здравствуйте, доходите, конечно, а он ушел в тот же день, и ничего у него не случилось, он свалил. Вот. И дальше, соответственно, и при этом на фоне них мы получаем, что старички, те, кто у нас уже раньше занимался, мотивированы, лояльны, им ничего не надо объяснять, ничего не надо доказывать, все у них нормально, все у них хорошо. Значит, соответственно, на фоне этого всего мы получаем, что возвращение старичков не требует дополнительных затрат. Ну, мы им просто отправляем рассылку. То есть это какие-то деньги, но это вообще несопоставимые деньги. Вот, с, с вложениями в рекламу. Приводит сразу мотивированных и осознанных людей, которые приходят к нам надолго и осуществляется привычными, понятными творческими человеку способами. То есть надо просто поговорить с человеком. Ничего, никуда то там не узнавать сложное. Так, окей. Здесь мы с вами быстренько синхронизировались. Как вам? Напишите, пожалуйста, в чатик, как у вас с вот этим простым, с вот этим простым таким установкой по поводу возвращенцев. Возвращаемся, кстати, знаете, что за слово? Дарья, все понятно, супер. возвращаемся у нас книга Игоря Мана. Всем рекомендую. Она не очень полезна для школы, но хорошо фокусирует. Так, давайте, друзья, с вами проведем сейчас небольшую практику. Прямо сейчас возьмем, сделаем практику. Давайте посчитаем. Вот прямо сейчас, смотрите, посчитаем стоимость вашего клиента. Мысли Нади отлично, отлично, супер. Похоже, комментарий приходят мне с небольшой задержкой. Ну, в общем, ясна Десна мысли хорошо. Давайте посчитаем стоимость клиента. Возьмите, пожалуйста, вот вашу программу, по которой движется у вас ученик. Какая это обучающая программа? Ну, неважно. Какая? Выберите там любую из тех, если у вас много. Возьмите просто время. То есть вот возьмите время, возьмите тот момент, на который вы, как правило, возвращаете ученика. То есть у вас, ну, программа обычно стоит программа обычно строится там типа на два года, ну или на сколько-то лет, ученики чаще всего есть какой-то пик, когда они теряются. Там 3-4 месяца, 6-9, у кого-то больше, там про происходит отток учеников. А... вот возьмите, отметьте, с какого этапа люди чаще всего теряются, и просуммируйте стоимость оставшихся людей на программе. То есть вот у вас есть там сколько месяцев осталось людям дойти. Прибавьте к этому факультативы, интенсивы, выезды, мастер класс все то, что вы хотите со своими людьми сделать. И давайте посчитаем итог. Сколько примерно получается стоимость клиента у вас? Мария в комментариях книга. Да, книга называется «Возвращенцы». Она квадратная. Там много точек на обложке. Я, может, сейчас покажу. Вот она больше для IT-шечки, то есть она у нас больше про, ну вот, для B2B бизнеса она вообще отлично работает, для B2C не очень, что, ну, не такая цена возвращения клиента, чтобы прям вот настолько прорабатывать. Но, тем не менее, нужно э, хорошо фокусировать, хорошо настраивает. Так, и второе, что я предлагаю вам посчитать, кто не посчитал стоимость клиента, что-нибудь получается? Это просто стоимость абонементов, которые люди не доходили до вас. Суммируем стоимость абонементов, которые люди не доходили. То есть не дохаживают обычно 5, 10, умножаем на деньги. Все, число месяцев умножить на стоимость абонемента. Например, люди не доходили 5 абонементов, умножаем на стоимость абонемента примерно, не знаю, 3000 рублей, то есть стоимость клиента для вас сейчас 15 тысяч рублей. Очень просто. Ну, прям максимально. Это не какая-то бизнесовая суперстоимость. Мы не будем писать бизнес-план на эту тему. Это, не об этом речь. нам нужен эмоциональный результат. То есть, нам не нужно получать супер цифру точную. Нам нужно получить эмоцию. Мы считаем цифры, чтобы получить эмоцию. Да? Соответственно, размер убытков второе, что мы можем посчитать, это сколько клиентов каждый месяц пропадает. Вот у вас есть клиенты какие-то. Вот сколько они у вас каждый месяц, школ... вот у вас в школе, там, не знаю, 300 человек, сколько в месяц у вас исчезает? Лев, скажите, пожалуйста. Алексей, а... можно дальше? уточню? Ну, Я вот. правильно понимаю, что мы сейчас э, считаем. То есть сколько мы могли бы получить, если бы клиенты не отваливались, и в итоге сколько мы потеряли в результате того, что отвалились. И вот, вот эту разницу считаем, да, ну вот по сути это и есть потери, да? Да, у нас есть стоимость клиента. то есть за что мы боремся. Ну, смотрите, в мире образования есть там два типа образования. Есть образование условно, когда у нас есть развивающая школа, и мы здесь привлекаем человека на месяцы. Есть образование так называемое ДПО, дополнительное профессиональное образование дополнительно профессиональное образование, диплом гособразца, человек приходит к нам на 144 или 288 часов. Он платит нам дофигелион денег и занимается у нас, ну, как бы мы думаем, что он занимается у нас, проходит у нас огромную, ну, там, огромное число часов, нарабатывает просто число часов за два года. Вот. А, в том мире, в мире ДПО это считать не нужно, потому что человек заранее платит за программу. В нашем мире это критически важный показатель когда нам надо понимать, сколько денег мы теряем. То есть вот нам надо просто посчитать, сколько клиентов каждый месяц у нас исчезает. Мы больше ориентируемся на то, что клиенты покупают месячные абонементы, правильно? Ну, например, да. <связывая> так, <связывая> просто <связывая> легче посчитать. <связывая> а вот скажите, пожалуйста, в импульс с CRM за сколько кликов можно это посчитать, померить? Так, так, так. Ну, насколько продано абонементов там за месяц, там год, неважно, за любой период, это можно за из любого раздела за три клика. За три клика из любого раздела. Класс. Да, да. Так. По, по, возвратам чуть сложнее. Лев, вот. а из кликов можно посчитать по воронке, по оттоку? А, нет, именно по повестке дня. То а, есть просто. повестку дня, да, выбираем период, и он показывает, сколько у нас по абонементам денег. А по размеру убытков в целом же есть воронка, ну, это аналитик поток уже есть, и мы же можем за любой период посмотреть, сколько клиентов у нас не продлили абонементы. Да, Сейчас. да, но там, скорее всего, придется еще и считать, да, чтобы в деньгах получить, а не в количестве клиентов. Ну, если, если понимаете вашей. средней стоимость абонемента, то в целом плюс-минус. Да, картину. Алексей, Это давайте, поможет. дайте нам ваши цифры. Значит, у вас размер убытков за год примерно какой от отхода учеников, оттока учеников? Вы про меня? Ну, я про вас, Алексей Филипп. Так. Да я не могу сказать, но у нас в среднем 20% отваливается. Мы можем сейчас прям сразу посмотреть, сколько у нас оттока? 20% умножьте в абсолютные числа, умножьте на деньги, на стоимость, которую люди потеряли, которую вы потеряли. Сейчас у нас мы закрыли второй компьютер. <laughs> да, ну, вы продолжайте, я посчитаю, скажу сейчас. Ну Включу. ладно, давайте пойдем дальше. Смотрите, друзья, это упражнение каждый может сделать дома. Мне здесь важно, чтобы у вас возникло четкое, четкое понимание, что отток людей, отток клиентов это наша недополученная прибыль. Это деньги, которые мы платим. Мы, вот пл мы инвестируем эти деньги, платим. Это такая же статья расходов, как аренда, коммуналка, как, ну, как что угодно еще. Вот каждый раз, теряя учеников, мы платим деньги за то, что мы потеряли этих учеников. Мы их недополучили. Соответственно, для того, чтобы этого не было, для того, чтобы с этим бороться, мы и работаем с возвращением. Хорошая техника, которая помогает нам, которая помогает нам, это техника визуализации убытков. То есть, когда мы там посчитали, что в год на только-только на ушедших учениках, то есть мы их уже привлекли, но потом люди почему-то отвалились. Вот в год мы на этом тратим, вот столько, вот сотен тысяч рублей, столько мы теряем. И а, попробуйте ее вот представить для себя, куда мы могли бы потратить эти деньги, если бы они не потерялись, если бы они были. Что бы я вот, что бы я мог сделать? Я мог бы там купить, не знаю, новую машину, съездить в отпуск, сделать ремонт, ну то есть что-то еще я мог бы сделать. Именно конкретно сделать на эту сумму, да? Смотрите работа с возвращением эмоционально очень сложна. Там все причины, когда она не удается, это причины эмоциональные. Нам нужно получить энергию. То есть нам нужно посчитать эти цифры не для того, чтобы как-то суперумно там, экономику свою свести. Нет, мы это не нужно. Нам нужно получить энергию, нам нужно получить силы, нам нужно получить мотивацию и для того и в итоге составить у себя четкий целевой посыл о том, что я звоню ученикам, я пишу им, я звоню, я довожу их до покупки, потому что не хочу терять вот столько денег и упускать вот такие возможности. То есть у нас должен родиться прям хороший, сильный, мощный эмоциональный заряд, который даст нам возможность работать, ну, нам, тем, кто сам звонит, или там нашим менеджерам, администраторам, кому угодно, кто у вас звонит, чтобы их прям в это вовлечь, чтобы их зарядить, зажечь чтобы люди не возвращались, не устанавливались, не, не выгорали на этой работе. Потому что, конечно, когда ты много раз в день слышишь «нет», ну, тебе эмоционально тяжело. Окей? Поехали дальше. Так, давайте с вами перейдем потихонечку с вот этой вот энергией, кто сделал сейчас, сделайте сейчас, кто сделает дома, сделайте дома. Но обязательно вот прям обязательно посчитайте, посчитайте, определите стоимость клиента, определите размер убытков в год. И мы переходим с вами к возвращению учеников, к техникам, к золотой жили того, что есть. Возвращение учеников, прям, не знаю, ну вот золотая жила, золотая техника, золотой стандарт, как угодно можно назвать, это штука, которая просто тупо работает у всех. Вот у всех, с кем мы делали, у всех работает. Она хорошо, просто приводит людей, наполняет школу людьми, деньгами, всем. То есть это прям то, что если у вас какая-то стагнация, какой-то застой, и у вас есть база, я вам настоятельно рекомендую начать заниматься возвращением потому что это просто, ну, можно считать, гарантированный инструмент. Он точно даст вам рост и развитие. Кому-то дает рост и развитие в несколько раз. Покажу примеры. Значит, когда мы с вами начинаем с этим работать, у нас с вами есть а, первая а, понятная установка, что для достижения результата нам нужна смена мышления. И это важно, да, потому что, как правило, люди бросаются звонить или писать, и ожидать, что будет... О -о -о -о! о, вот сейчас, короче, все там нам рассказали, сейчас все у нас случится очень круто. Значит, правило номер один, то, что мы должны у себя, для себя зафиксировать, то, что работа с базой, работа с базой наших учеников, это работа с большими числами. Большие числа, это что такое? Это когда у нас из там, вот мы представляем, что мы звоним на 100 человек. Вот мы 100 человек позвонили, ну или сначала написали, отправили им рассылочку из ЦРМ нашей. Соответственно, мы понимаем, что 10 номеров не актуальны, 20 не взяли трубку, 30 сказали, что им вообще все это в лет не надо, кто вы такой, вообще уйдите от меня, никогда мне не пишите. Да, 60 человек сказали нам нет, но 30 человек выслушало, там 15 заинтересовалось, 10 сказала, что уезжают к бабушке и на работе оврала, а еще у них сломалась нога, выпали волосы и все у них плохо, но 3-5 купили прямо сейчас. То есть из 100 человек мы услышали 97 раз нет, но три раза мы услышали, а, да, классно, прикольно, слушайте, а что я и правда забыл, давайте приду, прикольно, да, и хорошо, что предложили, спасибо, что помните, Тра -ля -ля -ля. да, и наша работа, цель вот всего возвращения, фо формат работы, это формат фокусировки на да, а не на том, что там у человека нет, что он там все придумал, почему у него там еще как-нибудь не получится. Значит, второе правило. Второе правило простое, что никакой способ не дает стопроцентный результат. Я по умолчанию говорю с вами про звонки, но мы понимаем, что у нас у всех способов, у всех способов контакта с человеком есть различная а, эффективность. Там, открываемость рассылки по e-mail 23%, открываемость рассылки по WhatsApp 91%, то есть сильно открывается, но CTR очень маленький, почти мало кто кликает по WhatsApp очень сильно то тоже открывается, но CTR вообще низкий. То есть в WhatsApp, а, SMS ты просто можешь всех шо шокируешь, что, блин, мне в SMS что-то пришло, ничего себе. Вот. Но как бы на этом и результативность, как правило, заканчивается. Вот. На звонки тоже реагируют не все. Все, кто сейчас хочет сказать, что он тоже, что он вообще никогда не берет номер с незнакомого, никогда не отвечает трубку с незнакомого номера, да, Именно так и происходит, такие люди тоже есть, но наша задача, когда мы возвращаем, просто максимально увеличить процент доходимости. Поэтому мы отправляем пуш уведомлений с приложением мы отправляем WhatsApp, отправляем смс, и мы все что угодно отправляем автоматически. И всем, кто никак к нам не проявился, мы, мы обязательно говорим ⁇ Алло, здравствуйте ⁇ и спокойно в звонке доводим, да продаем человека. Звонок ⁇ это в любом случае единственное средство в котором вы можете именно продать. Так, ну и правило номер три, ничуть не менее важное, пожалуй, самое важное о том, что нельзя вовлекаться. То есть нужна вот такая машинная работа. Вот шестереночка, машина, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Много раз проработать по скрипту и четко для себя понять, что с вашей школы все в порядке, с вашим курсом, с вашими ценами, с вашими преподавателями, администраторами все нормально. Ну вот, все окей. Просто человеку сейчас не актуально. Ну, не актуально. И это нормально. Вот у нас сейчас в чате 28 участников. Один я, 27 вас. Представьте, что я вам предложу сейчас купить у меня машину. Маргарита, хотите у меня машину купить? Ну, не хочет. Спасибо. Не хочет Маргарита купить у меня машину. Не актуально. Да, я могу здесь там применить свое мастерство. А знаете, какая у меня машина? Она такая вообще кайфовая, такая проходимая, такая зеленая, такая вот. Такая, так... ну просто не нужно. И это нормально. Ничего страшного в этом нет. Просто вот сейчас потребности нет. Ничего с этим не сделаешь. Поэтому возвращаемся к пониманию больших цифр. Да, что больших чисел. Что иногда, ну просто вот нет и все. Соответственно, наша главная задача охватить как можно больше людей и отработать на охватах любая система возвращения выглядит максимально просто. Мы анализируем потребности людей, предоставляем продукт под эти потребности и проводим это все по автоматическим скриптам. Предлагаем вовремя, продаем грамотно. Отработали возражения, т.д. С кем получилось, с теми зашли. С кем не получилось, ну, не получилось, не получилось, ничего страшного. Так, мой любимый Андрей Чирев, о нем рассказывал uh, когда-то там неделю, что ли, назад неделю назад рассказывал нем, в очередной раз, вот, который набрал группы без рекламы, про... в Вологде преподает социальные танцы, социальные танцы в Вологде преподает, просто взял, позвонил. Вот прослушал ту же презентацию, что вы сейчас, просто взял, позвонил своим старым ученикам, ну, там двух девочек посадил, они позвонили, набрал себе курсы без рекламы. Набрал вот прям полный набор на, на все направления, на сальс, на бачат, на женский стиль. Да, больше не так, на тот момент ничего не было. Вот, все стабильно у него набралось. Просто люди были рады, что им позвонили. Ну, кому-то он отправил сообщение, соответственно, там то, то есть что-то автоматизировал. Ну, то есть, а, это все работает максимально просто, максимально конкретно и не требует от вас денег. Так, поехали к плану. Как вы еще живы? Есть вообще мотивация повозвращать людей в свои школы? Uh, я могу уточнить. <laughs> Тоже хотел uh, по поводу того, правильно ли я понимаю, что надо нам максимально на количество уходить. То есть, грубо говоря, мы троим людям позвонили, из них там два или все трое сказали нет, не расстраиваться, да, бить сразу там 300 обзванивать, да, по максимуму. Только тогда будет выхлоп. Правильно? Ну, проще всего, да, с вами Лев, мы говорим про школу, в которой внедрена crm система поэтому гораздо сначала все рассылки отправить, вот, и потом посмотреть на, ну, то есть какую-то часть тех, кто отреагировал на рассылки, отсеять, и потом позвонить. То есть сначала сообщение, а потом звонки, да? Ну, конечно, ну, то есть когда у нас есть уже технология, Uh -huh. Цифровая технология, IT-технология. Да, когда мы не просто в табличке в Excel смотрим, когда у нас есть uh -huh. ремочка, то мы отправили, люди посмотрели, мы получили статистику, кто посмотрел, кто открыл, кто увидел, кто тра ля, -ля остальным позвонили. Тем, кто uh -huh. открыл, но не кликнул, ничего не проявилось, тоже позвонили. Uh -huh. Чем больше uh -huh. позвоним, тем больше людей получим. Uh -huh. Uh -huh. И по последнему вот принципу, если я правильно понял, когда там продажник, да, вот совершает вот эти звонки, нужно максимально не принимать близко к сердцу вот эти звонки, да, и, скажем так, более автоматизированно просто с ними работать. Конечно. Угу. Окей. Теперь ясно. Спасибо. Так, Денис Михайлов. У нас недавно новый набор начался, как раз пропинговал несколько старичков. Одна вернулась, взяла абонемент. Ну, отлично. Всегда работает. Когда есть школа старая, ну, которой много лет, всегда очень хорошо работает тема мастер-классов. Возвращаем всех старичков на мастер-класс. На мастер-классы люди собираются прям феерически короче. Вот про Ригу недавно вам рассказывал. В Риге человек весь город оживил, просто запустил свою сальсу на всю всю латвийскую сальсу просто сейчас будоражит. Вот. Спал, 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 проснулся, такой! «Э -э И все люди вокруг него стали зажигаться. Вот. Так что поехали к плану. Да? Значит, план у нас из пяти шагов. Первый шаг мы составляем портрет клиента. То есть помним, что возвращать надо не всех. Не надо превращаться в тех, кто прям, ну, готов прожаться под каждого ученика. Спокойно составляем портрет тех, кто прям идеальный наш клиент, кто хорош. Ну, вот, например, то, что можно для себя портрете в плане написать про то, что человек разделяет ценности студии, участвует в жизни, нацелен на результат. Да? То есть человек, который знает, зачем он к вам ходит, это самое важное. Такой человек мотивирован, и такой человек удерживается у нас долго. Дальше. Человек платит за то, что мы ему предлагаем, а не бесконечно вы, 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 выжирает из нас эмоциональные силы какими-то капризами, претензиями и так далее. То есть, когда мы человеку звоним, это всегда, конечно, просадка по силе. То есть, когда мы первые выходим в коммуникацию. вот, И есть всегда, ну, у, есть соблазн у человека, которому звонят, начать капризничать и выходить в какие-то такие, вот, знаете, то, что, а, а вы мне, а вы мне сделаете еще вот это и вот то. Да, спокойненько туда не идем, предлагаем наш продукт на наших условиях и не про... прожимаемся под клиента. И самое главное, что человек благодарен. То есть он не, не бегает от школы к школе за скидки в 100 рублей, не постоянно что-то такое не ищет себе, где дешевле, где класснее, где там вот это, где там вот то, а спокойно занимается у вас. Потому что вас ему дают классные, а, классный продукт. Значит... Так, выключим звук. Уж 7, 9, 6, 5, 9. Чтобы это не было. Значит... Второе. Дальше. То, что нам нужно, я говорил про заблуждение, значит, ошибочки, которые я регулярно вижу, это прям вот в бизнесе вообще очень мало чего можно назвать ошибкой, но есть вещи, которые прям именно ошибки. Значит, это когда мы возвращаем человека на пробные занятия, то есть готовим, предлагаем, приглашаем ему на заведомо что-то скучное, неинтересное, да, или там банальное и обычное, не неинтересное, а обычное. То есть нам важно, когда мы возвращаем человека, который к нам раньше ходил или который к нам не дошел, в целом без разницы, а нам важно сделать интересное, уникальное событие, крутое предложение. То есть если мы возвращаем человека на там, занятие по карате, например, то мы возвращаем не на просто пробное занятие по карате, приди попробуй первый раз, тра а мы возвращаем его там, на месяц силы и здоровья в нашей школе, приходи, Получи пять самых классных техник, как сохранять здоровье, там, если для детей своему ребенку, если для взрослых, то и взрослому ребенку. Научитесь сохранять там, поддерживать здоровье ребенка, так чтобы он не болел за пять упражнений каждый день. Ну, там, например, что-то такое. То есть, мы делаем уникальные события и приглашаем человека на уникальные события либо на события, либо на курс. Да, то есть, у нас, вот когда мы возвращаем человека, например, в полугодовую программу. И мы говорим, что в конце этой полугодовой программы случится просто вау! Случится не очередной отчетный концерт, а совершенно новое там театрально-танцевальное действо, которое мы запишем на камеру. Мы будем уже с вами осваивать не только. А, не только навыки танцевания, например, если говорим про школу танцев, но и навыки а, работы с камерой, навыки самопроявления, навыки работы с характером, там ролевая работа. То есть очень много всего совершенно новое, совершенно а, непривычно того, чего раньше у вас не было. Да, люди вовлекаются в интересное и в новое гораздо охотнее, чем в, когда мы просто им звоним: Алло, но ты не дозанимался у нас, ты нам 5 абонементов должен. Нам сказали посчитать. Вот мы посчитали, ты пять абонементов должен. Давай, мы ждем, где ты. Соответственно, всегда придумаем что-то такое новенькое. Если у вас есть несколько преподавателей, отлично, распределяя между преподавателями какие-то уникальные события, которые каждый из них проводит там два раза в год, например, в октябре и в апреле, в сентябре и в марте, в декабре и в феврале. Ну, то есть как-то человек проводит крутое событие, и именно к нему мы набираем людей на крутое событие. Так, дальше обязательно мы это очень важно. Мы готовим систему мотивации сотрудника. То есть мы выбираем человека, во-первых, да, не каждый человек подойдет на то, чтобы постоянно сидеть, обзванивать и его вот что-то такое звонить, звонить, звонить. Мы выбираем именно того человека, который у нас усидчивый, спокойный, устойчивый, но при этом энергичный, и коммуникабельный. Такой немножко противоречивый, противоречивый набор набор качеств, но тем не менее, да, условно говоря, нам нужна веселая девочка которые веселые, но которые не становятся менее веселой после того, как 20 раз услышишь подряд: нет, 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 ты кто? Нет, не помню. Да ну уж почему мне звоните? Удалите мой номер. Ну и так далее. Да, то есть спокойно девушка вот будет продолжать, продолжать, продолжать спокойно звонить радостно, искренне радостно и вовлекающе говорить. Но и самое главное, что у нас должна быть, должно быть как можно более быстрое поощрение. То есть человека, который постоянно слышит «нет», мы должны постоянно подбадривать в обратную сторону, должны говорить ей «да», должны говорить «ты, ты крутая, ты молодец, ты просто супер, ты вообще красоточка, ты так классно все делаешь, ты просто золото наше, смотри, у нас уже Маша вернулась, вот те деньги за Машу». Прям тут же, прям вот в тот же день, как только кто-то пришел, что-то купил у нас, абонемент, или там просто онлайн оплатил его, потому что у нас в ЦРМ удобная система оплаты, да, он оплатил, мы тут же Маше перевели денег, тут же там ей тысячу за возвращенного человека, или 500 рублей, или что-то еще. Он как бы раз тут же отдали для того, чтобы ну, Машу максимально подбодрить, поощрить и как бы зарядить, что ты молодец, ты все правильно делаешь, все прям классно, все у тебя супер, не переживай ни секунды, все здорово. Так, четвертый пункт. Не волнуйтесь, друзья, всего их пять, поэтому близки. Четвертый пункт. Это э, сегментируем базу сегментируем базу когда мы каждому человеку при, нам важно каждому человеку дать актуальное предложение да кто-то у нас ходил долго кто-то у нас ходил не очень долго кто-то ходил там два года и почему-то потерялся нам нужно для начала сегментировать тех кто у нас а, просто по времени там потерялся через три месяца потерялся через шесть потерялся через год и вновь г ä, Лев, скажите мне скольки кликами я могу сегментировать базу в импульс CRM? Смотря по какому принципу. Ну, давайте, вот по тому, как долго человек занимался. Так, это можно сделать через отчет показателей эффективности у нас. Ну, где-то 4-5 кликов, наверное. 4-5 кликов. Это просто космос. Потому что, когда вот мы угу. говорили, я вот не так давно этим в очередной раз занимался, человек мне говорит, 6 лет в школе, 6 лет в угу. школе, вот наша база. И я говорю, хорошо, когда у тебя сколько в среднем входит ученик? И ответ на этот вопрос мы получали две недели. Коллег сказал, ну, в среднем. Ну, это, сколько, это кошмар. Сколько, да, сколько человек отваливается после первого абонемента? Сколько? И оказывается, что посчитать невозможно. То есть импульс CRM предоставляет возможности сделать это за 4 клика. Да. Ну, великолепно. Вот. Друзья, значит, нам важно, что здесь, когда мы говорим про сегментацию базы. Кто-то походил мало. И отвалился от нас достаточно недавно. Да, там мы людей просто будем. Мы им просто звоним и говорим: Алло, здравствуйте! У нас сейчас уникальное предложение специально для вас. Где же вы? У нас сейчас доборы. В школе парных танцев, например, самая чумовая тема это доборы. Когда осталось одно место для партнера. Вот вам не хватает мужчин, у вас там э, дефицит 10 девочек, 2 мальчика. Да, вы звоните и говорите, слушайте звоните мужчину говорите пара мест для партнеров осталось последние места для партнеров ждем именно вас Иван именно вы нам критически нужны ну и соответственно Иван чувствует что нужен лично он он и никто другой и охотно в этого все вовлекается так друзья ну и переходим к теме автоматизации потихонечку у нас самое главное что мы делаем мы составляем воронку Самое то, к чему мы все приводим, когда мы занимаемся возвращением, мы составляем воронку и помним, что возвращение это процесс. Да, возвращение это процесс, который длится, и который хорошо бы себя в школе не останавливать. Особенно если у вас довольно много учеников, но постоянно, постоянно, постоянно возвращали людей. Да, нам нужно с человеком не терять контакт, и для того, чтобы нам не терять с ним контакт, нам нужно менять стимулы. Нам нужно не превращаться в таких вот танцевальных, ну, если у вас школа чего-то другого, то не танцевальных а каких-то просто таких обучающих коллекторов, которые просто приходят, дай денег, дай денег, дай денег, купи абонемент, дай денег, вот тебя возьми, абонемент, дай денег. Да, а спокойненько предлагать человеку разное. И это самое главное. Я, честно говоря, не видел, чтобы кто-то еще это внедрял прям так системно. Потому что нам очень нужно, чтобы общение было разноплановым чтобы люди от вас не отписывались, чтобы люди вас не добавляли в бан. И вот сейчас мы переходим к вопросу Дениса Михайлова. Супер, вовремя заданный вопрос. Спасибо, Денис. Мы с вами вроде не знакомы, а вы вот видите, как постоянно задаете мне классные вопросы. Спасибо вам. Значит, если вы слышали, удали мой номер, то действительно стоит удалить или, скажем, повторить через год. Лучше повторить через год. Лучше у себя завести отдельную базу. Ну вот, просто всех тех, кто прям нет, никогда не приходи, уйди, исчезни. Всех этих людей мы спокойно добавляем в базу Которые пишем там раз в год Или там два раза в год И это очень важно Вот самое важное, что мы с ними делаем Мы им дарим подарки Мы ни в коем случае не предлагаем абонемент Мы ни в коем случае никак Не фокусируем их на деньги Мы дарим им подарки Мы додаем им VIP места На какие-нибудь наши отчетные концерты На наши выезды с шашлыками На наши какие-то супер скидки Мы обязательно что-то дарим мы говорим, что человеку показываем максимальную лояльность. То есть, если человек не хочет нам платить, и мы еще раз, когда бы мы не спросили, а не хочешь ли нам заплатить, он точно скажет нет. Он не хочет, ничего не поменялось. Да? Но нам важно, чтобы человек именно сменил фокус. Соответственно, вороночка. Когда мы говорим про воронку, друзья, хочу задать вам такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Обучение у вас продукт или услуга? Когда-то, когда-то, когда я работал советником главы департамента государственной политики в сфере высшего образования, Министерства образования и науки, очень долго звучит, ну короче, мы делали там заседания ректоров, все ректоры вузов России приезжали к нам в Министерство образования и вот а, они тоже сидели смотрели на этот вопрос и так. М -м -м". Представляете, ректор МГУ Виктор Антонович Садович сидит и думает, реально, реально, вот в универе продукт или услуга? Вот у вас в школе как? Продукт или услуга? Вы как для себя определяете? Как для себя формулируете? Напишите, не стесняйтесь, напишите в час здесь, ну, как бы, нет правильного и неправильного ответа. Здесь все правильно, просто вы для себя, вот как? Как это понимаете? Вы даете что? Так, Денис, услуга, Алексей, продукт. Кто еще как? Хотя уже не уверен. Не, Денис, э, здесь нет, как бы, я вам не отвечу, как правильно. Я отвечу вам, что люди покупают, но я не отвечу вам, как правильно для вас делать. Вас, ну, как бы, для этого вопроса, я думаю, что услуга, продукт. Так, услуга. Ну, слушайте, мы идем прям один-один. Продукт, так как это совокупность ощущений, тренировка, атмосфера, коммуникация. Ну, да, результат, проект. Окей, смотрите, у нас с вами не так давно, ну, несколько лет назад, а по, ладно, уже не несколько уже лет, почти 10 лет назад, по интернету прокатилась, ну не по интернету, по миру интернет-рекламы, а международному совершенно рынку прокатилась э, инновация. Инновация была в том, что сейчас в современном мире человек перестал покупать продукт или услугу. Вот то, что человек, который вот там находится, вот мы с вами, вот мы с вами тоже такой человек, мы с вами приходим друг к друг другу, чему и что-то покупаем. Вот мы, как современный человек, как правило, покупаем отношения с компанией. Мы не покупаем продукт, мы, не, мы платим за результат, который дают нам отношения. Да, вот человек платит за что? За результат. Это может быть результат в навыке, это может быть результат в ощущении, в эмоции, это может быть в энергии, результат, какой угодно или там наоборот в награде в достижении в суперкубке но это результат и мы платим за то что за те отношения в которые мы входим для достижения этого результата соответственно для долгосрочной работы с человеком для того чтобы человека удерживать долго 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 нам очень важно менять для него стимул и создавать отношения создавать для человека цепочку к цепочку касаний Воронку, которую мы создаем, в ней должна быть эмоциональная динамика. Это самое важное. То есть воронку, когда которую мы создаем, приди на курс, приди на курс, приди там на наше обучение, еще раз приди, последний шанс прийти, но все-таки дойди, но будь все-таки с нами. Ну давай уже, поучись у нас. Такие воронки обречены на отписывание и то, что люди просто заигнорят вас. Потому что вы не идете с человеком в отношения. Да, нам нужно создать систему, в которой мы что-то продаем а потом что-то дарим, который мы о чем-то спрашиваем, в который мы приглашаем на уникальную возможность, потому что именно сегодня в наш город приехали вот такие легендарные преподаватели, и они пройдут всего два дня, и мы приглашаем вас, а в паблик вообще-то не выносим пока. То есть мы именно вам это дарим, мы всем всем не дарим, все все, может быть, еще и не придут, у них не будет такой возможности, а у вас лично у вас у нашего самого дорогого крутого ценного ученика она есть. А потом мы приглашаем в какую-то совместную поездку, в какой-то совместный классный движняк, на какое-то совместное просто совместное приключение. А потом снова мы дарим, уже мы приглашаем. А может, кстати, на курс все-таки, когда мы с тобой уже в классных, хороших отношениях, вот у нас уже такая вот у нас уже химия такая рослась. Может быть, на курс? Нет. Ну, давай, приходи на отчетный концерт. Тогда вот тебе бесплатные места, пожалуй, ну, не бесплатно, а места со скидкой 50% только для тебя, как для нашего старого ученика. Приходи, будет классно. Кстати, после Нового года у нас стартует крутой курс. Да? То есть мы обязательно выстраиваем отношения, в которых мы человека а, создаем с человеком разницу эмоционального ощущения. Разницу тому, что его у нас как бы мы постоянно о нем и заботимся, и обучаем, и даем просто какие-то ништяки и подарочки. Алексей, у меня вот такой вопрос про бонусы, скидки и всякие плюшки тем людям, которых мы пытаемся вернуть. Вот смотрите, да, вы говорите, там отчетный концерт, интенсив, вечеринка, все такое, да? То есть, соответственно, мы их закидываем какими-то бонусами, там, скидками бесплатным, билетом на отчетный концерт или прочее, но а, действующие клиенты при этом, да, а, не будут ли они обижаться? Я, я считаю, что оно... Ну, им будет достаточно неприятно. А, как бы мы, типа, тут ходим, каждый месяц платим, там, по две, ну, там, по три тысячи, типа, full прайс, а тут бац, типа, возвращайтесь-ка, и а, им сразу, они тут не ходили, ничего, им сразу, вот, а, ну, бонусы а, прилетают. То есть, насколько это адекватно с точки зрения продаж, и не мешает ли а, это действующим, ну, не помешает ли это взаимоотношение с действующими клиентами, когда ты вроде тех, чтобы вернуть закидываешь какими-то бонусами и акциями, а для действующих, допустим, бонусов и акций нет. Потому что я вообще не привержен каких-либо акций, распродаж и всего прочего. Ну, бонусы, акции, распродажи, всем это просто правильно делать, чтобы они не были бесконечными скидками. Скидка в целом негодный инструмент, скидка у скидок лучше избегать всегда. То есть я с вами идеологически согласен. Тем, что не надо людям давать лишние подарки. Ну, не то, что подарки, лишнюю халяву. Человек на халяву падок и привыкает к ней, у него, ну, как бы, ничего хорошего этого не становится. У нас здесь задача именно не в том, чтобы постоянно завалить людей халявой и дать ее всем тем, кто ничего для нас не сделал, да, в, в ущерб нашим ученикам, текущим. У нас есть задача раз в месяц напомнить о себе человеку, который от нас ушел и у него что-то случилось. Да, мы можем посмотреть на него, как на халявщика, который просто не платит. А можем посмотреть на него, как на человека, которого уволили с работы, у которого сложное время, у которого туда-сюда тяжелый период, и мы просто его поддерживаем. Мы, ну, вот мы, вот мы сейчас с вами живем, да, первый раз я вел вот обучение для предпринимателей в 2009 году. С тех пор вел их довольно много и всегда в шутку говорил, представляете, война начнется, ну вот как вы там будете думать, вот у нас вами два года, вот видите, что за, за, за окном происходит. Тяжелое время, тяжелое для людей время вот такое, непредсказуемое, хаотичное, вот ну как бы. Э -э поэтому гораздо лучше не звонить человеку, не выяснять, не спрашивать его, ну как вы, ну как у вас, а что не ходите, а мы ждем, а вы чё не ходите? И он будет сумбурно пытаться что-то такое оправдаться, оправда и, и, и точно никогда не вернется. Гораздо лучше дать человеку подарок: что слушай, приходи к нам, но ну, вот у нас будет что-то бесплатное. Неважно, если у вас есть вечеринки, вечеринка, если у вас нет вечеринки, семинар по здоровому питанию. Плюс семинар по здоровому питанию, или там по продуктивному сну, или по каким-то еще там, не знаю, почему хотите, сделайте а, бесплатный семинар раз в месяц. Вы можете всех бесплатно туда звать, и своих основных учеников тоже. Вы можете домашнюю вечеринку разместить, делать бесплатную для вообще. всех. Но просто именно эти люди будут получать, именно ушедшие люди будут в первую очередь получать от вас рассылку, в которой вы обратитесь адресно, в которой я вам скажу, что Алексей, ну вас так давно не было, я по вам так соскучился. Слушайте, все спрашивают. Смотрите, у нас будет классный вебинар про возвращение учеников. Приходите, закачайтесь полезной информацией. Сможете просто увеличить число денег в своей школе, и все. Совершенно бесплатно. Ну вот, пожалуйста. Ну, понял, окей, ладно, хорошо. Спасибо. За этот вебинар, на котором мы, никто не платит. Вы не платите, все остальные тоже не платят. Те, кто был у меня на курсах, тоже не платят. Ну, то есть он для всех бесплатный. Можно я секундочку дополню? По поводу бонусов же здесь особо речи нет. Здесь есть речь о касании. Чем больше касаний у нас с нашими возвращенцами, тем Лучше у нас взаимоотношения, и они к нам быстрее вернутся. То есть получается, что все это можно назвать ивентами, и как можно больше этих ивентов делать в течение года, распределить по всем нашим сотрудникам, по нашим преподавателям. И данные ивенты делать на разную целевую аудиторию. То есть если это детские мероприятия, соответственно, мы возвращаем детей и так далее. И, кстати, круто то, что в этих ивентах могут участвовать, принимать участие как, ну, если это какой-то концерт, тот же вечеринка, то есть это может быть танец либо выступление о действующих клиентов. То есть им же тоже важно участвовать и помогать, и себя показывать. Это может быть видеосъемка этого мероприятия, что тоже бонусом всегда да, выступает, как у нас там было мероприятие, снимали, приходите как зрители, смотрите на нас, это наше выступление. То есть действующие клиенты всегда все равно могут принимать участие и в качестве выступающих, и тоже это будет большим плюсом. Также это можно направить на привлечение новых клиентов. Любые эти ивенты – это большой плюс и бонус. К сожалению, очень мало людей на этом вообще зацикливается, то есть мало у кого есть, то есть пару отчетников в год и все. Но такие ивенты крайне важны для всех, и для возвращенцев, и для новых, и для действующих. То есть как можно больше, чуть ли не раз в месяц. Мы это очень часто обсуждаем на разных мероприятиях, и здесь в очередной раз я слышу от вас это, и думаю, блин, как здорово, что вы об этом говорите. Спасибо большое, что подняли эту тему. Супер. Ну да, ивенты очень классные. Любая активность для людей, просто когда человек может получить активность, это всегда очень хорошо. Такой лайфхак, такой лайфхак. Вот ребята делают школу, ребята делают школу, они задолбали делать постоянные занятия, ушли от постоянных занятий, перевели всю школу на формат э, ивентов. На формат того, что, ребята, я вот занятие будет такую-то дату в таком-то зале. Кто хочет, записывайтесь. Оборотка выросла в два раза. Оборотка за итог месяца. Занятий стало в четыре раза меньше. Вместо регулярных два раза в неделю занятий, занятия стали раз в две недели по выходным. Прикольные мастер-классы. Просто ну, по сути, это превратилось в прикольные мастер-классы. Люди ждут, люди заряжены, люди такие, о, когда в следующий раз? А мы не скажем, не знаем. Когда будет, не лень, тогда сделаем. Пока лень, ничего не, не будем делать. Вот. То есть, очень, соответственно, ты платишь сильно меньше аренды, ты, потому что она просто платишь ее редко. Вот, и повышаешь, вот, как бы вся школа переформатировалась, и нормально люди просто стали больше зарабатывать и меньше, и меньше геморроиться. Поэтому тут можно шире смотреть. Так, друзья, ну что же, сейчас. Можете мы... еще пускать? Алексей, да, по поводу ивентов хотел еще уточнить. Я правильно понимаю, что ивенты это не только то, что у нас там в студии, да, или там, я не знаю, проводим где-то там, снимаем ДК для отчетника. Вот у нас, к примеру, есть в городе там, Сальса студия. И они периодически собираются в парке, там круг есть, и там танцуют просто. И, как я понимаю, это тоже у них особый ивент, и куча народ приходит посмотреть. Это тоже относится сюда же, да? Парк штука опасная, но в целом, да. Uh -huh. Uh -huh. Именно парк и okay. а в опас, а? танцах. но вот именно парк опанеры в социальных танцах регулярно мотивирует людей. А, просто, короче, бутерброды, винишка, музыка из телефона, mm. и все этого достаточно. Mm. ничему не надо учиться. Эй, э, 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 давай, давай, все это классно, все у нас очень хорошо. То ну, есть с этим аккуратно надо, да, смотреть на обратную связь. Э, с этим надо максимально не боясь. То есть если есть внутренний mm -hmm. вот у тебя стержень, что ты не боишься, можно это делать. Я даже занятия проводил там когда-то мы на пару лет на лето выходили на занятия. То есть казалось бы, человек видит, что он может не платить за зал, не платить за эти все зеркала, а. и так далее, а просто заниматься вот. Тебе вообще просто учат вот так. Но тут надо быть, увер... быть готовым к тому, что ты, та ценность, которую ты несешь людям, она сильно больше того, что он просто, да, на расслабоне, нормально, подэнсим, все хорошо. Mm -hmm. Можно ничем не париться. Окей, ясно, спасибо. Так, друзья. А, значит, по итогам нашего возвращения я хочу вам показать, кажется, присутствующего здесь, но сейчас сходу не увижу, Романа Кулешина. Романа Кулешин, Роман Кулешин установил рекорд, абсолютный рекорд по возвращению человека. Как думаете, сколько человек не ходил к Роману, который он вернул? Вот сколько, сколько, какая может быть пауза в обучении, сколько там дней, месяцев, лет может человек не ходить и потом вернуться в школу танцев, постоянно заниматься. Ну, предположите, дайте какой-нибудь просто вот, сколько, как вам кажется, через сколько времени можно возвращать человека? Семь лет, так. Давайте, еще вариант, еще семь лет. Так, неплохо. Еще варианты. Роман прям рекордсмен. Я такого в жизни не видел больше. Вот. Ну, вот у Романа получилось. 12, 5, да и 10. 10. Правильный ответ 15. 15 лет человек не ходил заниматься танцами к Роману. Представляете себе? Вот человек уже там женился, развелся, женился, завел детей, сменил 10 работ, короче, все. Вся жизнь поменялась. А Рома звонит и говорит, слушай, приходи, ну там не Рома, там девушка звонила, приходи танцевать. Человек взял, пришел танцевать. То есть в этом плане а, мне очень важно, чтобы у, у вас формировалось четкое понимание, что те самые главные люди, которые у вас есть, ваши клиенты, вот тот список, который у вас есть, вот те клиенты, которые у вас есть, это ваш золотой актив. Это самый главный вообще, самый главный ресурс современного предпринимателя. Самое главное золото, которое у него есть, то, чем он вот максимально а, дорожит и богатеет. И к этому золоту надо относиться, конечно, максимально внимательно, настороженно. И именно для этого у нас с вами есть такие ЦРМ-системы. Роман лучший, Роман красавчик. Что, Роман, вы здесь? Если вы здесь, то вот видите, что вам пишут Саша и Маша. Вы лучший красавчик. Как вам? Наверное, Роман занят возвращает клиентов. Я надеюсь. 15 лет был занят, и наконец освободился для танцев. Да, 100% так и есть. Так. Ну что же, друзья, а, пара финальных мыслей, пара финальных мыслей про то, что, что просто вот в голове были четкие фокусировки. Вообще без разницы, почему человек ушел. Абсолютно никакого смысла не носит работа по тому, по выяснению, как там чего у человека случилось, что там он там, как, что, назовите пять самых важных причин, почему вы там ушли с наших занятий, ну и так далее. Глубинный интервью, не глубинные интервью, вообще без разницы. Они не несут в себе цели, да? не надо на этом фокусироваться. Самое важное, сфокусироваться на том, что вы сделали, чтобы человека удержать, и сколько дали поводов чтобы он вернулся, да, поводы вот те самые ивенты, поводы обучающие, поводы развлекательные, поводы достигающие, поводы тусовательные, какие хотите поводы, но это важно, да, важно, что важно фокусироваться на том, что мы сделали для него, что мы дали ему. Когда мы о таком человеке думаем, то самое важное, что каждый человек это клиент, который платит в течение года. То есть вы а, привлекаете к себе не абонемент а 10, не 3000 рублей, а 30. Вы привлекаете того, кто заплатит, будет платить вам еще год. И когда мы его привлекли, наконец, мы обязательно собираем с него отзыв. Отзыв ушедшего, вернувшегося человека, прям лучше всего в тот же день. Вот прям в тот же день подошли, после знаете, ну как тебе? Вот с телефончиком подошли, спросили, ну как тебе? Ну как для тебя? Ну чего ты Тут как? Все классно, понравилось, как себя чувствуешь? Вы скучали? Как? Вот как тебе теперь? Ведь человек прям на видео с живыми эмоциями, с живой радостью, с живой эйфорией, кайфом вам записывает, как ему теперь было. Записываем, сохраняем, постим и тут же рассылаем по всей нашей базе для того, чтобы все те, кто раньше уходил, прям мгновенно посмотрели бы на отзыв того, кто у нас сейчас есть. Окей? Так, друзья, расскажите, мне, пожалуйста, как вам часть про возвращение? Есть ли какие-то вопросы? Есть ли что-то, что мы не договорили? Как вам а вообще? У меня это есть выходит? вопрос: вот X5 это в цифрах можно. Как это Сколько, по клиентам либо по деньгам X5 это какой рост был за три недели? X5 и это выросло. Что-то мы на 20 начинали, на стоп, пришли. По-моему, так примерно получилось. Uh -huh. спасибо. Пожалуйста. Это, причем X5 за Новый год. То есть Роман обратился ко мне в декабре прошлого года. То есть это ну, не, 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 там не апрель, это декабрь. И 10, 10 января мы замеряли, что получилось. То есть ивенты хорошо работают вообще всегда. Вот. И особенно новогодние ивенты, какие-нибудь еще ивенты. Они прям ну, классно поднимают людей. Так, друзья. А, значит, Роман у нас здесь. А мы давайте перейдем к нашему самому главному золоту, к нашим клиентам, к тому, чтобы, да, правильно совершенно Александр пишет, давайте поговорим про то, как нашими клиентами грамотно управлять, как их фиксировать, фокусировать, как с ними классно и удобно работать. Лев, презентация «Импульс ЦРМ». А, да, наверное, по презентации Маргарита м -м, покажет. У нас есть возможность в импульс, но я периодически буду добавлять, если что-то потребуется. Хорошо. Останавливай демонстрацию. Друзья, я вам пока вот что хочу сказать про свой опыт. Когда я начинал это все в школах танцев, ну, с работы со школами танцев года два с половиной назад, все чуть не каждая вторая школа говорила мне, что она работает на связке Dance Studio и что-то АМАЦРМ, и что-то еще все это было старое, не очень удобно и так далее. Но по этим пользуются им очень много людей. Вот. Сейчас, сколько-то лет назад, у Dance Studio случилась перезагрузка. И я очень рад тому, что как бы самое, одна из самых популярных CRM, которых я видел, а может быть самая популярная, сейчас например, обрела вообще новое начало, новый расцвет, новую силу. Вот. Называется теперь классно современный импульс CRM. Поэтому, я передаю слово Маргарите. Маргарита. Да, спасибо большое, Алексей. Откройте, пожалуйста, мне возможность демонстрировать экран. Вы... Открыл. О, спасибо. Так, давайте я вам продемонстрирую нашу замечательную CRM-систему. Сейчас прикрою. Довольно просто выглядит наш потрясающий интерфейс – программа находится у нас в облачном хранилище, и вы можете в нее зайти абсолютно с любого устройства. А также большим преимуществом нашей CRM-системы является то, что есть возможность добавить абсолютно любых пользователей в неограниченном количестве. То есть если раньше все программы держались на одном компьютере, можно было лицензию покупать, или под каждого у наших у многих конкурентов вы покупаете на определенное количество пользователей. У нас такого ограничения нет. Что, видимо, очень э, отличает сильно нас от остальных. А далее, что еще очень удобно. Внутри CRM-системы есть какие-то платные фишки, которые дополнительно вы можете купить. Но в целом пользоваться системой по умолчанию уже очень удобно. И то же самое, что говорил Лев про э, невероятно удобную аналитику, в два клика, в три клика, это как раз-таки из повестки дня, выделив какой-то период, мы уже можем проанализировать довольно многие показатели. Например, сколько посещений у нас было за день. И все это в первом самом окне презентации повестки дня. Здесь мы все прекрасно видим, сколько у нас человек ходило, сколько мы продали абонементов, какие у нас были занятия. То есть я открыла январь, Декабрь поинтереснее, конечно, будет. Вот. Здесь у нас все посещения по арендам, индивидуальные занятия, доход и расход нашей студии видны. Здесь же из данного окна у нас есть интеграция с мессенджерами, и мы можем зайти и сразу попереписываться с нашими клиентами. У нас интеграция с WhatsApp. Вы можете подкрепить туда чаты с разных ваших соцсетей, где вы общаетесь с клиентами, и внутри CRM-системы переписываться. Здесь же у нас есть раздел по задачам, у нас есть возможность на каждого клиента ставить задачи, то есть все здесь в одном окошке имеется, и это также удобно видеть с телефона. Выписать услугу, продать товар и записать клиента на занятия тоже можно в этом окошке. Вот такое замечательное, одно единственное и довольно понятное по интерфейсу. Я надеюсь, то, что вы со мной солидарны, что оно действительно довольно просто сделано. Мне кажется, даже в Дэн Студии, вот в нашем прошлом проекте, чуть-чуть посложнее оно было. Здесь намного все понятнее. Что касаемо самого классного, на мой взгляд, преимущества в таких CRM-систем, которые заточены именно по танце, это их замечательное расписание, которое можно ввести внутри системы, а также можно в виде виджета расположить внутри наших социальных сетей, как наши клиенты видят данное расписание. Давайте перейдем в наше сообщество и посмотрим на данный виджет. То есть наш клиент может внутри в ВК, а также на нашем сайте, то же самое будет выглядеть также, а, записаться на наши занятия. Вы посмотрите это расписание, как выглядит здесь и как оно выглядит в нашей программе. В нашей программе мы здесь еще можем добавить индивидуальные занятия и будут они нам видны. Нашему клиенту будут видны только групповые занятия. Ну, зачем ему знать, кто индивидуально занимается в какое время, правильно? Вот. и он также может записаться на занятие в один клик записаться на занятие если он уже записывался то соответственно это все в один клик если первый раз то обязательно там нужно будет зарегистрировать фамилию имя а также проверить данный номер на правильность то есть будет поступать звонок четыре цифры ну, то есть это нас обезопасит от того что нам на занятие записался реальный человек не какой-то бот и мы можем до него потом дозвониться. А здесь же у нас личный кабинет э, нашего клиента. Давайте я запишусь быстро, покажу, как это выглядит, потому что это очень удобно. Вот здесь личный кабинет, и внутри личного кабинета, я вот сейчас новый пользователь, я появилась в CRM-системе только что, будут видны мои записи на занятия, мои покупки, посещения по абонементу и на мой абонемент, сколько осталось занятий. Здесь же я смогу отписаться от занятия. Все мои действия, которые я сейчас совершаю, в районе двух секунд уже отображаются в нашей CRM-системе, а даже, может, и быстрее. Все зависит еще от скорости вашего интернета. Вот. Все занятия у нас хранятся внутри расписания. Все отмены, все замены, все это здесь внутри есть. Также мы можем распечатать данное расписание, ну, то есть в разных видах, можем его выгрузить в Excel. Сетку расписания каждый может настроить под себя. Посмотреть все замены преподавателей, отмены, переносы занятий. Вот. А еще очень удобная фишка, внутри виджета расписания. Если у нас закончились места, то у клиента будет возможность попасть в лист ожидания. Такого не было, это новинка. В нашей CRM системе довольно часто пользуются люди, особенно у кого ограниченное количество мест. Отписался кто-то, тут же уведомление клиенту, кто находится в листе ожидания. Ну, и, соответственно, крутая сортировка по направлениям, по преподавателям, по залам. Все это есть внутри расписания как у нас в CRM-системе, так и у нашего клиента в виджете. Вот такая удобная фишка по расписанию. У нас по умолчанию: это все по умолчанию. Это все бесплатно, кроме виджета. Виджет это дополнительная функция, стоит всего там 300 рублей в месяц, но очень упрощает жизнь. Что касаемо воронки, она у нас встроена бесплатно, и вы можете воронку продаж, не буду на нее акцентировать сейчас внимание, но внутри воронки у нас есть несколько вариантов воронки по умолчанию, вы можете также создавать свои воронки, по ним работать, расставлять уведомления, какие-то триггеры, расставлять статусы, все, пожалуйста, это все доступно на любом тарифе. У нас есть классный раздел с аналитикой. Вот он как раз-таки платный, но он очень детализированный и подробный. Это для более таких прошаренных пользователей, которые очень хорошо следят за своими доходами и расходами, и им важны обязательства перед клиентами, как у них воронка работает и детализация всех конверсий. Показатели эффективности тоже у нас вот очень Здорово показывается, сколько у нас, куда денег ушло, все мы можем посмотреть по нашим отчетам, сколько мы товаров продали за прошлый год, какие мы, какие мы суммы потратили, все это у нас в аналитике есть. Ну и классный раздел заработной платы. Его очень часто отмечают школы танцев, потому что очень много у всех есть разных нюансов по заработной плате у кого-то, ой, как мы считать будем мы отдельно в таблице? Нет, у нас все здесь предусмотрено, ну практически все. Давайте так, мы по опыту много чего прошли, поэтому попытались здесь учесть все пожелания. Фиксированная плата за занятия процент от стоимости посещения. Здесь рассчитываются и разовые посещения, и минимальная сумма. А оплата зависит от количества человек на занятии. Здесь вы можете детально прописать, от скольки человек до скольки человек и какая будет оплата. Вот. В расчет можно сгоревшие занятия включать, начислять посещения по безлимитным абонементам. Ну, в общем, много разных нюансов. То же самое у нас по индивидуальным абонементам и индивидуальным разовым занятиям. Мы можем поставить все, что угодно. И проценты, и фиксу, и э, предусмотреть даже то, что какая ставка будет, если ты будешь заменять. То есть это будет такая же ставка, как у преподавателя, который ведет это занятие, или как у тебя. То есть, ну, разные у всех зарплаты. И можно, здесь идет общая настройка, а также у каждого преподавателя можно индивидуально настроить. Это очень удобно, учитывая то, что есть какие-то категории у всех, у кого-то больше зарабатывают преподаватели, у кого-то меньше. Вот, и то же самое не, не то же самое, вернее, просто тоже очень гибкая, классная настройка есть у администраторов. У кого-то админы просто продают, у кого-то они просто сидят и создают классную атмосферу, у кого-то они еще и уборщики, у кого-то, в общем, у всех все разное. Поэтому у нас есть и почасовая ставка, и процент с продаж, и фиксированная ставка, и процент с продаж. В общем, очень много разных нюансов, и вы расставляете уже так, как считаете нужным. И то же самое, выходы всякие за выходные дни, округлять до целого числа, и продажа зачитывается пользователю, который оформил продажу. Очень важная вещь в привлечении клиентов. Часто бывает такое, то, что клиенты записываются на занятия через одних пользователей, оформляют продажу другие пользователи. Кому проценты? Это мы тоже это мы тоже учли. Смотрите, у нас есть ответственность за клиента в момент оформления продажи, и есть человек, который оформил продажу. Кому деньги зачитываются, это мы тоже здесь учитываем. В общем, такие классные настройки у нас по заработной плате. У вас есть возможность сотруднику, даже который не пользуется импульсом, не отмечает занятия, дать только доступ с разделом заработной платы, где он будет смотреть только свою заработную плату. Это тоже очень удобно, бесконечный вопрос, а сколько я заработал, а когда, а что. Баланс сотрудников доступен если вы ограничите все, кроме баланса сотрудников. Ваши сотрудники могут отмечать посещение с телефона, и вы можете им раздать только этот доступ. Можете записывать людей в один клик на занятия. Записали на занятия. Не в один клик, ладно, в три. Выписать услугу на занятия. Далее продать товар. И все это с телефона очень удобно может сделать любой из ваших сотрудников, кому вы дали на это доступ. Вот. И очень удобная и классная отметка посещений. Я про нее пропустила, простите, пожалуйста, после расписания вообще. Она у нас идет по уникальности. То, что внутри нашего расписания мы Можем просто в один клик отметить посещение клиентов. Мы зашли в отметку. У нас она, то есть, постоянно стоит у админов отметка. Человек приходит, он галочку поставил, отметка прошла. Все. Пожалуйста. Вот у нас программа может поругаться на то, что абонемент не тот. Мы не можем отметить посещение, смотреть у него такое. Либо действие абонемента закончилось. Все эти данные очень быстро доступно нашему админу. То есть при отметке он просто ставит галочку и получает информацию. Если галочка прошла, и она зеленая, значит, все в порядке, занятие списалось. Если что-то э, что, -то, что -то не так с абонементом, программа всегда ему сообщит об этом. Вот. Ну и еще очень важный момент, давайте я о нем скажу, по поводу карточки клиентов. Э, у нас есть родители, у нас есть э, метки, какие-то вы можете поставить. У нас есть возможность печати договора, справки, печать посещений. Есть возможность перейти в любой мессенджер и написать данному клиенту, а также посмотреть все звонки, которые были с этим клиентом внутри карточки клиентов. Далее, вся информация о клиенте находится у нас здесь все статусы, все формы заявок, все это ви видно все услуги, которые клиент э купил абонементы разовые занятия, а также все его посещения и записи все это видно внутри одной карточки. И у нас нет подразделения на клиентов детей и взрослых у нас есть один клиент, просто к нему э есть возможность прикрепить родителя и у родителя может быть неограниченное количество детей. Вот такая информация общая по программе. Самые важные вопросы, которые часто нам задаются. Если у вас есть вопросы, готовы на них ответить. Маргарита, спасибо большое. Два вопроса к вам в чате. Посмотрите, пожалуйста, можно ли сделать виджет в инсте? И как насчет распечатки расписания? Расписание не выгружается в печатную версию. Это большая потеря в старой версии выгружается в печатную версию наше расписание? Какой-то... давай я отвечу. В общем, да, в DS можно было выгружать в двух форматах в Excel в виде зала да, и в виде списка групп. Вот мы сейчас в импульсе встроили уже выгрузку, но только в списке групп. И, как я понимаю, речь про то, чтобы выгружалось еще в виде залов. Да? Но я думаю, это со временем сделаем. Мы на самом деле много функционала перенесли с Dance Studio тоже, именно успешного функционала, то есть те кейсы, которые были не очень успешны, мы их не брали, мы брали максимально крутые кейсы. Вот. И кое-что еще переносим да, с DS, но ну, это вопрос времени, в принципе. Вот, это по этому вопросу. А по поводу инсты, туда тоже можно также спокойно встроить. В любую соцсеть, запрещенную, незапрещенную, можно встроить. Просто внутри инсты это будет ссылка в шапке профиля. Скорее так. Да, да. Есть да. Абсолютно так же. То есть человек приходит по ссылке, у него открывается окошко, как я вам показала, в ВК. Собственно. Можно еще встроить в мобилу. То есть, у нас есть свое, свое клиентское мобильное приложение. Там оно очень похоже на виджеты, и это еще удобнее, но. Несколько дороже, да. То есть кто-то убирает мобилу, кто-то виджеты, они подешевле, но также эффективны. Так, Александр у вас спрашивает: есть ли напоминания о платеже и пересчет оплаты по причине пропуска занятий по уважительной причине? Перерасчеты у нас есть. То есть, если клиент пропустил, то можно при продлении, чтобы система автоматом скидку делала за пропуски. напоминание о. О платеже, ну, скорее, у нас напоминание о, об окончании абонемента есть. То есть, когда подходит к концу по сроку, либо по количеству занятий, то можно делать напоминалки, отправлять их э, там, в WhatsApp, в Telegram или мобильное приложение, чтобы система автоматом это отсылала. Такие есть. Супер. Здравствуйте. телефон а могу я сейчас так, потому что вопросов много. Конечно, Давайте. Для, меня, для меня огромная боль, как раз пропуск платежей, да, как бы родители, вот а до этого Алексей говорил, что целью создать эмоции и общение, да, это как я, я в своем коллективе создал. Но сейчас я по, получается так, что садятся на шею, как бы, ну и также, так как у нас понебратские отношения, ну, позволяют себе вовремя не оплатить там не прийти занятие, попросить за эту скидку и в таком, такого рода отношения. Вот. Я хочу это все автоматизировать и убрать вот эти все дырки. Вот. Есть ли возможность такая в вашем приложении? В импульсе можно подключить оплату онлайн. То есть подключается ЮКасса виджете, мобильное приложение, неважно где. И через Соответственно, данный прием платежей уже клиент оплачивает онлайн и приходит на занятия. Вот, то есть можете подключить вот это. Можете второй вариант еще, если не подключать, например, прием платежей, сделать, чтобы только по записи приходили, например, пробники. Вот тут, ну, смотря какой у вас кейс. Ну, больше меня интересует перерасчет по уважительной причине, чтобы программа автоматом. Я сам вставлю, например, посещение учеников, да, сегодня не было его уважительной причины, либо он просто пропустил, потому что не захотел приходить. Uh -huh, uh -huh. Есть такие, да, 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 у нас в отметке посещения есть галочка делать перерасчет. Соответственно, если, например, у него абонемент на 8 занятий, и там, например, он одно пропустил, то э, в следующий раз он придет, будет пойти абонемент, система автоматом ему э, уже учтет этот пропуск и э, там, например, пол занятия и какой процент укажете э, начислить ему в виде скидки в новый абонемент. А если у меня ежемесячная оплата? А какая Это... разница? Ну также продлевайте абонемент уже на второй месяц. Угу. Ну, там вот я просто процент указываю перерасчет и да, да, процент перерасчета. Ну, чаще всего 50%, сколько я помню. Но, как бы у вас может она меняться. Да, может Мне кажется, по договору, да. Просто uh -huh. в одном месте 30 дней, например, а в другом месяце 28 дней. Вот эту программу как учитывает? Это уже при самом абонементе, когда оформляете, там указывается количество дней. А уже процент перерасчета он фиксированный. То есть, если поставите 50%, будет всегда 50% с абонемента. А если говорить о вместе не оговорено а просто что у меня каждое пятое число оплата абонемента идет. Александр, я да. предлагаю сделать так. Смотрите, вы можете запросить, запросить демо, к вам прям вы свяжетесь, с вами менеджер свяжется и прям вот для вас сделает, покажет, что у вас там будет происходить. Да, можем так. Кажется, да. так будет быстрее просто и проще. А вот, где это запросить можно у кого? А вот смотрите, на сайте, вот в комментариях Маргарита уже скинула ссылочку, вы прям проходите по ссылочке, оставляйте заявку на демонстрацию, и вам все в лучшем виде лично вам объяснят, вообще все покажут, подскажут, ну прям позаботятся о вас как надо. Я помню, в принципе, функционал такой есть, который я только что. Да, конечно. Кстати, смотрите, Александр, здесь только функционал, здесь вот э, то, что у нас Али, э, Алиса пишет. Даже на глупые вопросы всегда отвечают и всегда помогают. Ну, то есть, прям максимально, максимальная забота. Так, а давайте, знаете, что сейчас делаем? Давайте сейчас послушаем Дарью. У нас есть Дарья. Дарья. Которую вы пока не знаете. А Дарья у нас в Севастополе, по моей рекомендации, установила импульс СРМ буквально, когда Дарья, напомните мне, в ноябре, в декабре, когда. Короче, недавно. И сейчас давайте послушаем ее опыт использования импульс СРМ. Прямо вот без обмана мы не готовились. Лев и Маргарита ничего продажу не знают. Вот. Здравствуйте, Дарья. Слышно? Здравствуйте. Okay. да. Да, я. Получается, когда мы начали пользоваться, моей школе полтора года. Вот, я из Севастополя, у нас тут хорошая ситуация со всеми событиями в мире. Школе полтора года, первый год и четыре месяца. Я была в Excel таблицах и это, это просто, это ужас. Но я, наверное, не понимала, насколько это ужас, пока я не перешла в CRMку. Спасибо Алексею что вы меня посоветовали этот импульс и это вообще это, это это лучшее что было потому что ну вот если раньше у меня все находилось в таком небольшом хаосе Такой вот маленький хаос по жизни. А, я, я выбирала когда ЦРМ-ку, я естественно смотрела на цену, потому что школа не очень большая как бы тут не прям супер много людей, Хотя, как оказалось, когда я начала все отмечать, что школа-то нормальная. А поначалу казалось, что как бы мало все дела, что там я не зарабатываю, тут не зарабатываю, денег мало. А потом я в повестке дня вывожу за месяц и смотрю, что, оказывается, да, дела-то у нас хорошо. А по поводу глупых вопросов, вот это прям вообще отличная была история, потому что а, есть чат. Я так понимаю, у каждого клиента есть менеджер, я могу ошибаться. Ну, в общем, в Телеграме я обычно задаю какие-то странные вопросы. Ну, типа там А как мне? И мне отвечают полностью с видео, куда нажимать, что делать, как это настроить, как это открыть. Вот. Э, вообще, техподдержка просто любовь. Честно. Вот. А так, мне все нравится. Я прям я как будто завела себе онлайн-администратора, и он все за меня делает за сколько там, 3-4 тысячи в месяц. Недорого, вот думаю, администратор. Вообще, Вообще, отлично. я очень рада. Ну, супер, спасибо вам большое. Друзья, беспристрастная Пай. обратная связь. Я Дашу Дай, просто Поддержки. Дарья, а можно вопрос еще по поводу... Давайте. Что какой функционал вы для себя вот прям э, открыли как самый удобный, самый вообще важный и считаете, что без него вот вы теперь точно не сможете дальше. Смотрите, тут два и они наверное в связке работают. Это отметка посещения и личный кабинет клиента. Потому что я поставила QR-код и скинула им ссылку в группу, они сами заходят видят, сколько у них занятий осталось, сколько им там времени осталось, они это все сами смотрят, и не пишут мне каждые там две недели, а сколько у меня нам абонемент еще, а помогите, вот это вот всего этого нет, вот это вот все ну, пропало, потому что они сами все смотрят и, и все. И отметка — это очень удобно, потому что я сразу открываю группу, проставила, и программа не дает поставить, если там нет абонемента, ну, там, или, например, можно оформить, там, человек говорит, вот он стоит передо мной, говорит, ой, я сейчас с собой деньги не взял, я тебя потом отправлю, когда выйду. Я ему депозит, э, там, там можно, типа, отметить, э, не оплатив, он у него показывается, он там сам все видит, сколько ему денег заплатить и так далее. Вон, Алисе, видимо, тоже помогло. Здорово. Такие преподаватели, которые отмечают, когда неоплаченный срок вышел, сто процентов все, вообще я счастлива спасибо большое за отзыв. о я очень рад я вам честно скажу звал дашу на онлайн свидание сегодня утром вот ни о чем не предупреждал вот видите беспристрастная обратная связь супер спасибо вам дарья так коллеги есть ли какие-то еще вопросы может быть мы на что-то не ответили маргарита лев на связи по возвращению учеников, может быть, есть вопросы по работе, по сотрудничеству? По поводу возвращения, я надеюсь, то, что вы меня услышали по поводу воронки, что она включена по умолчанию, и то, что у нас есть отдельная воронка для возврата. Как раз-таки всю детальную информацию по возвращению клиентов, по э, каждому этапу позвонили, что ответили, мы все это можем контролировать внутри воронки продаж по воз... именно по возврату клиента и расставлять статусы соответствующие и делать комментарии по каждому, и давать задачи. Это очень важно. Внутри каждого клиента, которого мы пытаемся вернуть, ставить каждую, вот, чтобы внутри воронки везде стоял значок задачи. Если на данного клиента нет задачи, то он уже будет забыт и потерян. Ну, в принципе, это касаемо всех клиентов, да, по которым мы либо пытаемся привлечь, либо пытаемся вернуть. Но это очень удобно, детально выглядит внутри CRM-системы. Я бы хотела это отдельно отметить. Воронка возврата. Я как человек, который пришел из ДС, который пользовался этими функциями, хочу сказать то, что меня очень порадовало. Я просто бывший клиент дэн студия У меня тоже была своя студия, поэтому я знаю не понаслышке, что такое вести клиентов и не забывать о каждого из них. И как это делать? Если у тебя есть Excel-таблица, и как это делать, если у тебя есть CRM-система? Поэтому, если кто-то еще до сих пор не пользуется и не знает об этом функционале, добро пожаловать в нашу соцсети. Я оставляла ссылку на свой Telegram. Давайте отдельно я ее еще скину. Можем лично с каждым пообщаться и могу ответить на все ваши вопросы. Вот смотрите, нам 79659, к сожалению, имени у человека нет, но. Пишет, что воронка действительно очень удобная. Главное, админу случить ей правильно. но ну, вот, супер. Вот прям живые отзывы, которые на практике всегда самые лучшие. Прям люди пользуются. Да, очень... это, кстати, очень толковое замечание. В том плане, что реально воронка крутая у нас. Мы ее старались сделать максимально удобной в настройке. Но всегда надо понимать, что CRM – это инструмент. Да, то есть в правильных руках она может дать крутой результат. Да, если не, рас... не настраивать ее, не работать, то как бы вряд ли будет такой крутой результат. Вот. А так, тут можно и на привлечение клиентов, да, лидов настроить, и на возвраты. То есть система умеет сама перекидывать воронку возврата клиентов по различным критериям. Там, заканчивается абонемент, там, пропал клиент, и так далее. Вот, делать нужные рассылки, уведомления. Вот. Но если уже звонить, звонить уже вручную. То есть открываем воронку, продажник смотрит, кто в воронке возврат, и уже прозванивает. Супер. Супер. Калинка, Денис, пользуется еще да, спиртом. Да, да, с Денисом мы очень давно вместе. Да. Тогда мы сделаем просто. Чего У нас происходит? есть еще немного времени. У меня был еще такой вопрос. Довольно каверзный, наверное. Может, и нет, по возврату. Давай. А, вот просто Алексей рассказали все круто, очень по поводу страны клиента, да, как их надо а, возвращать, да, какие принципы, методологии и так далее. Вот, у нас просто в импульсе есть еще детализация конверсии по оттоку клиентов в различных разрезах, например, по преподавателю или направлению, ну и по группе, там еще некоторые. И по ней можно выявлять, там, например, в прошлом месяце там, по преподавателю там, Петров у нас там половина отвалилась. То есть мы тут уже выявляем не клиентов, которые отваливаются, а преподавателей, по которым больше всего отваливаются клиенты. Вот. Как вот в таких случаях, вы считаете, тоже надо работать с преподавателями? Сразу с ними до свидания или как-то прорабатывать? Я, бы, ну, я разделяю просто в две разные системы. Одно это система возвращения, второе это систему удержания. То есть у mm -hmm. нас первые полтора месяца, то есть когда мы говорим про сегментацию базы по возрасту, у нас есть первые полтора месяца, которые человека нет. Они входят в систему удержания. То есть, когда мы человек и он еще свежий, ему еще не надо ничего напоминать. У него в опыте то, что он делал, то, чем он занимается, занимался. И пока это у него в опыте, он у нас связывается с преподавателем Ответственность преподавателя, ну просто преподавателю максимально легко этого человека вернуть, если там было больше, восьми ну, занятий. Вот, а у них самый легкий контакт. И мы, соответственно, удерживаем человека. С одной стороны, с другой стороны это как бы вот вопрос удержания клиента, мы его удерживаем. С другой стороны, вопрос студии, мы создаем такую образовательную программу, которая удержит учеников в школе. То есть мы выстраиваем процесс так, чтобы люди максимально долго удерживались в бизнесе, а не удерживались у преподавателя. это очень важно, очень важно разграничить, так чтобы мы, как бизнес, не были привязаны к какому-то физлицу. Ой. Ну вот, в общем, какому-то физлицу, там, Иванову иван Ивановичу, преподавателю, там, ничего угодно, хай хайхилсов, карате, все что угодно, да, у нас есть в центре ученик, у ученика есть его цель. Цель на обучение, цель образовательная, цель навыковая, цель развивающая, цель расслабляющаяся, раз... тусовательная. Человек к своей цели. Дальше, самое лучшее, что мы, самая лучшая практика, которую мы внедряем, это курсы, у разных преподавателей, то есть человек не ходит mm -hmm. к одному и тому же Васе, к одной и той же Маше, Кате, Даше, Глаше, человек меняет преподавателей в зависимости от темы и понимает, что он а, у разных людей научает, берет самое лучшее и таким образом мы каждого преподавателя ставим на самое лучшее положение для него, то есть есть, например, там, траектория обучения, там в бачайте, например, в бачайте есть, не знаю, базовый шаг, есть связки, есть волны, есть музыкальность, есть что-то еще. И мы, преподаватели, подстраиваем по навыкам обучение именно этому моменту. И у нас получается, что с одной стороны преподаватель дает самое лучшее, что у него есть, самое крутое. С другой стороны преподаватель получает, ну, я это называю, у него появляется имя. То есть раньше он был безликий, просто еще один препод Хайхилс, там 2576 девочка, которая там на высоких пятках что-то танцует. А теперь у нас появляется Алла, которая лучше всех дает там чувственность твоего танца в хай Она это делает два месяца, но это делает так огненно, что для людей это просто капец незамываемые эмоциональные переживания. И у нас мы отходим от понятия, что человек, препод удерживает ученика, там кто-то держит 3 месяца, 10, кто-то 5, ну и так далее, какие-то разные месяцы. Вот. Мы приходим к тому, что препод – Удерживает вот на своей теме, дает самое лучшее. И дальше человек стартует дальше. Дальше идет, дальше, к другому, который также дает свое самое крутое и самое лучшее. Uh -huh. Uh -huh. Интересный подход. То есть, получается, стараемся клиенту да, предложить максимально больше направлений и преподавателей, ну, чтобы они попробовали, да, и то, и то, и то. Мы для клиента максимально это второй этап. Сначала мы для клиента максимально раскрываем его мероприятие, его обучение. Но вот чему бы человек не учился, там, ну, давайте на бачате, самый простой, как вальный танец, вот у нас есть бачата. В ней есть там навык движения ногами руками, в ней есть навык слышания ухом, в ней есть навык там растяжки, ну, какой-то гибкости, пластики, в ней есть навык какой-то там спокойной физухи, которая нужна просто партнерам, чтобы выдерживать девчонок, ну и девчонкам, чтобы уметь. Uh -huh сгруппироваться. То есть внутри одной бачаты есть много разных под тем, которыми можно закачаться внутри одного и того же направления, и при этом каждый из этих под тем дает выхлоп человеку в жизнь. То есть это не просто твоя бачата станет еще более бачатная, а потом еще более бачатная, а потом нужно бачатная и перебачатная. Это просто здесь ты на этом курсе привешь в себя в форму, ты потянешь там, не знаю, накачаешь кубики, эти самые булочки и все остальное. А на этом занятии научишься вообще слышать музыку и в бачате, и в жизни, и в мире, и где хочешь. А тут ты научишься взаимодействовать в паре, научишься невербальному диалогу с человеком противоположного пола. И вот это, вот здесь мы сначала раскрываем одно направление – максимально широко. Потом, конечно, даем человеку выхлопы и выходы в другие направления. Uh -huh. Все, понял, супер, спасибо. Проблема вот является, смотрю на комментарии, вспоминаю тоже, что привязка к личности тренера, вот вы говорите, здорово бы было, чтобы не переходили, не привязывались к тренеру, это так, такой-такой очень важный момент и по идее мы же должны этим заниматься тем чтобы ну я имею в виду как руководители да э, чтобы не было привязки этой у вас есть какие-то лайфхаки на эту тему или это отдельная сложная тема для обсуждения нет простая тема она как раз простая как и все остальные она сама идея простая идея в том что у вас выстраивается команда которая друг друга супер ценит и уважает то есть, когда в команде люди приобретают имя, когда в команде не там Вася, преподаватель Бачаты, Коля, преподаватель Бачаты, Петя преподаватель Бачаты, и все конкурируют друг с другом за это преподавание свои одной и той же, блин, Бачаты. Вот. А когда у нас Коля, самый лучший а, объяснятор техник тонкого взаимодействия, Вася круче всех дает футворк и музыкальность, а Петя вообще там лучше всех прокачивает по поддержкам, эффектам и шоу-элементам. И тогда команда не конкурирует за ученика и за то, кто у него, а передает ученика к самому лучшему специалисту, которого знают, к следующему, потом к следующему, и ученик постоянно возвращается. То есть ученика заботливо передают от препода к преподу сами преподы, и ученик, который там, а, Иван сегодня ушел, ну вот у тебя Петр. Блин, а что Петр-то? Ну, все не Петр. Ну, нормально, он тоже хороший препод. Вот, то есть здесь мы составляем такую систему заботы. Это не всегда, вот то, что Полина пишет, да, это не всегда работает с, с детьми. Дети как бы они, они привыкли к вот Маше и хотят у Маши, и ничего кроме Маши не хотят, потому что просто привыкли к Маше. Да, с детьми идеальных решений я не видел. А, детям до фонаря на свои навыки, на свое развитие, на свое что угодно, они как бы просто хотят позаниматься комфортно, кайфово, вот у Маши, так как Маша и с ними занималась. Да, но а, все равно, все равно даже с детьми нам удается выспаривать устраивать вот такие вот перехлесты. Они работают благодаря тому, что Маша не уходит из школы, а Маша передает учеников лень и говорит, слушайте, я вернусь скоро, я еще вернусь, мы с вами еще позанимаемся. Мы с вами позанимались три месяца оси, мы с вами еще два месяца весной обязательно тоже позанимаемся. А пока вот у Лены научитесь, пожалуйста, вот этому. Вот. И когда вот преподаватели именно своих деток, своих вот заек, своих вот этих самых передали, и никуда не делись, не пропали, не ушли, не исчезли, не растворились, не ушли в другую школу, не открыли свою и написали всем родителям, что, а, т т т т т т, короче, приходите ко мне в зал, а то там все, короче, там плохо, дрянь и все, все вот это. Да, когда вот этих процессов не идет, вот, то это более-менее нормально работает. Ну, то есть люди, по крайней мере, из школы не теряются. Да, они могут. Погрустите, у вас есть какой-то эмоциональный этот самый, потому что А, мы хотели ходить к Маше. Ну, ничего страшного. Маша еще будет не, не переживать, никого не делать. Но самое главное, что вы как бизнес получаете суперустойчивость, вы получаете свободную, спокойную, независимость от, от физлица. Сегодня не Маша, ну все, Маша ушла из школы, не надо никого об этом сообщать, уведомлять. К сожалению, мы вынуждены были расторгнуть трудовые отношения с нашим любимым тренером Марией вот, теперь не знаем, что делать, пошли искать там кого-то там, да. У нас всегда на группах, всегда есть несколько тренеров, всегда есть преподаватели, всегда есть, ну, там, кто-то почему-то пропал, ну, ладно, пропал, пропал. Что это такое, ушла, все, сегодня ведет там Елена, хорошо. Ну, и Елена ведет, ну, все. То есть, вообще не случается события, нет вот такого события, что о, ого-го, Коля ушел из школы. Ушел, ушел, что, рассчитали, все без обид ушли, все, пожалуйста. Вот, так что я бы смотрел на это все вот с вот таких позиций. Понятно. Атмосферу. И как раз эти ивенты, кстати, могут да, тоже решить этот вопрос, потому что ивенты ведут разные преподаватели, и приглашая действующих клиентов на ивенты, которые проводят другие преподаватели, к ним лояльность увеличивается, и когда доверие к ним растет, и посещать этих преподавателей не так страшно после посещения какого-то мероприятия. Да, вполне. Они... Вполне. 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 Ну, ну и самое главное, что мы фокус... самое главное, что мы фокусируем человека на всем новом, что у него происходит. То есть новое, стало лучше, станет круче, станет кайфовее, станет краше. Вот смотри, новый препод он вот в этом мастер. Мы не сопоставляем Полю и Дашу, потому что они там у вот этот чемпион Европы, этот чемпион мира. А мы говорим, что Даша такой вот чемпион, такой вот такая класса, такая здоровская. И мы обязательно транслируем ее имя. То есть, когда у человека появляется имя его вот того, что я вот специалист в этом, мы обез... нам у нас появляется смысловой язык. У нас не просто классная тетя, а как бы тетя вот настолько классная. Не просто регалии ее какие там с пяти лет в больных танцах, художественная гимнастика, траля-ля, выиграла там московские, городские, какие-то угодно. То есть это все бессмысленная информация. А у нас появляется смысл того, о чем мы общаемся. Что Маша лучше всех прокачает ваших деток по вот этой теме. Даст им самое лучшее, самое заботливое отношение, самую техничную технику, самую профессиональный профессионализм. То есть появляется Конкретный смысл, про что именно этот препод, что именно он даст. Так, да, что-то не да. хотела заметить. За... Да. Все, все важные темы обсудили, которые касаются были возвращенцев. Спасибо большое. На самом деле мы готовы всегда учиться. Очень рада, что вы нас пригласили в данный эфир. Много информации мы сегодня тоже получили. Надеемся, что вы нас еще куда-нибудь позовете, мы тоже у вас еще поучимся, Алексей. Я всегда рад. Я всегда рад. Друзья, всех, всем хорошей, что у нас сегодня? Не пятница, обычно по пятницам. Всем классного вторника. Да, в пятницу нынче праздник, не работаем. Наступающих праздников, всего остального, всего хорошего. Так, кто качать студии, пишите в личечку кому чего помочь, сфокусироваться, звониться, пишите, обращайтесь. ЦРМ внедряйте ссылки. Маргарита вам а, оставила здесь. Пишите, регистрируйтесь. Там их много не потеряете. Значит, запись эфира будет вместе с записью эфира. Я пришлю вам все ссылки. Запись появится ну, часа через два, когда Zoom это все обработает. Потом в YouTube это все обработает второй раз и так далее. Короче, все будет. Так. Сказал здесь, сказал, здесь сказал. Про стартап про стартапы вам не нужно. Все, мне кажется, все сказал. А на этой неделе, на этой неделе закрытая группа по рекламе. Малая группа по рекламе. Кому важно прокачать свою школу? Кто хочет прям создать поток клиентов к себе стабильный за вот, ближайший месяц, пять недель работаем. Есть пара мест сопровождения групповое. Сегодня, вот то на этой неделе присоединяется, сегодня тем 5000 рублей скидка в месяц в подарок. Большая, классная работа, то есть не 5 недель, а там сколько получается? 9 недель работы. А, присоединяйтесь, малая группа 6 человек. Всех разбираю лично. Со всеми работаем лично. А, каждую школу качаю лично. Вот. Приходите, кому актуально, буду рад видеть. Все, мне кажется, все точно все. Да. Спасибо большое. До свидания. Все. Да, Спасибо. Привет. Всего Спасибо хорошего. Маргарита, коллеги. До скорых встреч. Пока-пока.